Доброе утро, дорогие друзья! Это дачный влог. Мы находимся на даче. Вчера приехали. И что я вам могу сказать? Мы с Сережей сегодня спали на первом этаже, потому что дом все никак не может прогреться. У нас морозы на улице, минус 23. Дайсон сидит там, мерзнет. Пойдешь? Он выйдет на 5 секундочек и заходит. Поэтому все никак не может помещение нагреться. Мы и газовый обогреватель включали, и конвекторы работают. Вы знаете, что они у нас всегда на эко-режиме стоят. Но в этот раз, знаете, как Сережа говорит, снега на улице нет. Ну, достаточное количество, да, там, чтобы фундамент закрывало. Поэтому, скорее всего, все никак дом не может прогреться. Но если бы мы здесь пару дней еще побыли, я думаю, что уже было бы тепло. Так что да, вот так вот. Сейчас постель Сережа уже убрал. Нужно все это сложить. И пойдем разбирать вот эту вот комнату потихонечку. Сегодня только разберем, наверное, вот эту шведскую стенку. Так что да, у нас прохладненько. Обычно, знаете, как у нас даже в ванной, из-за того, что маленькое помещение, нагревается здесь один конвектор, всего работает. Здесь всегда очень тепло. В этот раз, это первый раз за сколько там, 5 лет, Сереж, у нас дача, да? 6 лет. Это первый раз, что мы, да, в 16-м, да. Что мы не можем прогреть. То есть всегда здесь такая прям парилка была, то есть одного обогревателя хватало. В этот раз вот сейчас газовый сюда поставили, чтобы было комфортнее умываться. А ты тапочки со второго этажа не принес? Принеси, я тебе эти дам. Ну смотри. Друзья, начали демонтаж вот этой вот стенки. Соберем ее. Потому что, видите, вот она, по-моему, здесь разборная. Вот. На меня не упадет. Для освободиться у нас здесь место. Милана вчера уже сама попросила ее разобрать. Нужно место для домика. Да не будет там домика, Милаш. Вон наверху пойди сходи. Посмотри, как я тебе палатку поставила, слышишь? Иди расчешись. Давай. Надо что-то подержать, Сереж? Нет. Стенку мы собрали, сразу столько места освободилось. Не то чтобы очень много, но намного просторней стало. Вот. Сейчас, я думаю, я там, во-первых, пол помою, пропылесошу и переставим туда вот этот временный шкафчик. Здесь у меня в основном хранится все, что касается огорода. Семена разные, удобрения и так далее. Вот, и еще останется вот этот вот стол с полками. Вот. Ну, уже потихонечку дело движется. Друзья, вот так все на сегодняшний момент останется. Потому что мы буквально одним днем приехали. Нам надо было кое-что забрать с дачи. Плюс вот я Сереже задание дала разобрать вот эту вот шведскую стенку. Вот столько она места занимает. Вот там еще лестница, канат. В общем, такое по мелочи. Так что, в принципе, немного места.
Друзья, хотела вам показать. Мы же на Новый год покупали вот такой вот мартини айсти. В общем, в таком чехле шампанское продавалось. И вот эту бутылочку мы выбросили, да, а чехол оставили. На следующий год будет такая нарядная упаковка для шампанского. И еще в Кастораме я купила вот такие вот шапочки и носочки. Это для столовых приборов. Если внимательно вдруг смотрели, я показывала праздничный стол. И там вилки с ножами лежали в вот таких вот шапочках и носочках. Вот. Решила в этом году так чуть-чуть приукрасить все. Вот. У нас сегодня, кстати, Рождество, дорогие друзья, поэтому поздравляю вас с Рождеством. У нас, видите, какая солнечная погода, но очень-очень холодно. Как я уже, наверное, говорила, минус 23. Мы даже думали сегодня сделать такой праздничный обед. У нас есть креветки. Мы покупали их, кстати, в ленте по 495 рублей, по-моему, за килограмм. То есть недорого, и они не вареные. Я их дома почистила, перевезла сюда, думала сделать пасту с креветками. Но Сережа говорит, поехали уже домой, пока нет пробок. Еще погода красивая. Красивая, да, Милан, согласна. Красивая погода. Почему? Потому что, собственно говоря, почему решили пораньше домой поехать? Мы вчера ехали, когда на дачу, в 6 вечера была очень длинная пробка. То есть я понимаю, что часа 2,5-3 нам точно в пробке пришлось бы стоять. Поэтому едем пораньше. Вот Сережа уже завел машину, потому что сейчас, конечно же, в такой мороз машина очень долго прогревается. Я сейчас на кухне все доубираю. Вот. И, ну, собственно говоря, будем собираться домой. Что, друзья, маленькие дела на даче сделаны. Слышите, какой хруст снега, треск снега. Но радует то, что солнце. Действительно такая приятная погода, несмотря на мороз. Это мороз, да, Серег? Ага. Он как красиво. А? Кто натоптал? Не я. Ой, птиц много как, ага. И с той стороны смотри, дорожки такие. Да. Ну вот все из-за того, что снега меньше. Снег очень сильно осел. Вот там даже под забором видно. Там дверь у нас то ли неплотно закрывается. Какая? Входная дверь. И там чуть-чуть, знаешь, так стык между дверью и коробкой. Ну, чуть-чуть так подмерзло. Вот. Ну ничего, через сколько? 3 дня? Да, у нас уже, дорогие друзья, снова потепление. И мы в этот раз уже оставили не на эко-режиме, да, а на полном режиме, чтобы в следующие выходные приехать, чтобы не остывал наш домик. Вот. Все, поехали домой греться. Но нет, уже днем сегодня нормально было. Просто из-за того, что нас сколько не было. А, ну просто морозы наступили. Ну как нормально? 20 градусов. Сколько? Минус 19. Ну вот с утра было минус 23. Ощущалось минус 26, да, я тебе сказала? Mm-hmm. Или 28. Вот. Все, друзья, всем пока и до новых встреч. Всем пока-пока.